Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала! Все-таки удалось мне усмирить моего Франкенштейна при помощи вот этой вот нехитрой штуковины. В простонародье она называется ручник, по-научному стояночный тормоз. Стояночный тормоз – это часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности. Это цитата с сайта Википедия. Ну и для тех, кто не в курсе, стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля, трактора, комбайна на стоянках и удержания его на уклонах. Ни хера себе, я не в курсе. У некоторых ручник отсутствует напрочь. У некоторых он заварен наглухо. И некоторые не знают, как с него сняться. Сейчас объясню. В торце есть вот такая вот кнопочка, на которую нужно нажать и опустить рычаг вниз. Все очень просто. Ну все сходится реально, ребят. Итак, как же я себе сделал вот эту вот всю конструкцию? Ну скажу еще. Ручник бывает механический, и ручник бывает гидравлический. Я же сделал себе два в одном. Вот так вот выглядит у меня механизм под сиденьем. Он к креслу не приварен, а прикручивается на два болта. Это на всякий случай, если нужно что-то переделать. Открутил два болта, вместе с рычагом все это опустилось вниз. Далее через трос идет до следующего крепления, которое я также сделал уже здесь по месту. Идет коромысло, шток давит на цилиндр. Дальше пошла уже гидравлическая часть. Все понятно. Здесь у меня также это все дело съемное. Крепится на один болт на 12. В случае какой-то поломки, либо обслуживания, открутил один болт, снял шланг от суппорта, открутил, и вся эта часть достается. Сейчас я вам покажу, как он работает на склоне. Здесь у меня уклон, отвод воды. Тракторок прекрасно с него катится. Итак, попробую вам показать. Ну вот, в принципе, все, что я вам хотел показать. Это возможность сделать механику и гидравлику единым целым. И установил я это все дело на свое кресло-качалку. В следующем видео, скорее всего, будет уже установлен руль. Я вам обязательно покажу, как я его установил, из чего делал, какие запчасти. Возможно, это все будет показано. И некоторым ребятам, мужикам, не нужно держать ручник в натянутом состоянии. Пускай он у вас будет всегда в опущенном. Все, всем пока, всем удачи. Подписывайтесь, кто не подписан. Группа WhatsApp. Заходите в гости. Пока.